Здравствуйте, студенты. Я Джамшид Джалилов, старший преподаватель кафедры маркетинга. Сегодняшняя тема – управление товарной политикой. План первый – характеристика и классификация товара. Второй – дифференцирование товаров, форма и услуг. Третий план – это ценообразование в рамках товара микс. И четвертый план – ассортиментная политика и управление ассортиментом. В первом слайде виды товаров. Длительность пользования и осязываемость товар виды разделены на три вида. Первый – товары краткосрочные пользования. Второй вид – товары пользования. И третий вид – это услуга. Товары разделяют по потребительский товар и товары товар производственного назначения. Товар потребительские товары разделяем следующие виды. Первый товар повседневного спроса. Вот этот товар подразделяют следующим видом. Первый это товары первый основной товар, второй товары импульсной покупки и третий товары острой необходимости. И второй вид потребительских товаров – товар предварительные выборы. Товар предварительные выборы подразделяют следующими видами. Первый – гомогенный товар предварительные выборы и второй – гетерогенный товар предварительные выборы. И третий вид потребительских товаров – это товары четвертый вид это товары пассивного спроса. Как мы классифицируем товар производственного назначения? Товар производственного назначения разделяем следующими видами. Первый – это материалы и комплектующие товары. Этот вид товаров подразделяют следующими видами. Первый – это сырье, второй – полуфабриканты и комплектующие. А второй вид производственного назначения товаров – это капитальное имущество. Капитальное имущество подразделяют следующими видами. А третий – это вспомогательные материалы и деловые услуги. Вспомогательные материалы и деловые услуги подразделяют следующими видами. В этом слайде мы обсуждали, что такое товарная политика и какие цели товарные, какие составляющие часть товарной политики. Составляющая часть товарной политики составит планирование качества товара, комплектующий товар и разработка новых товаров, ассортиментная политика, маржная стратегия и использование упаковка и элиминация товаров. Товарная политика разделяют на три части. Первый – это ассортиментная политика, второй – ценовая политика и третий – это сбытовая политика. Здесь дает цель товарная политика. И как мы дифференцируем товарную форму и услуг. Мы в следующем виде дифференцирования товаров форма. Дифференцирование товаров форма разделяют следующими параметрами. Первый параметр – это свойства. Второй параметр – это качество функционирования. Качество функционирования подразделяет следующим видом. Первый – это низкое качество. Второй – среднее качество, третий – высокое качество и превосходное качество. И следующий вид – это долговечность. И следующими категориями – это надежность и ремонтопригодность. И следующая категория – это стиль. И последняя категория – интегрирующий роль дизайна. И как мы дифференцируем услуга?
услуга диференцирует следующими видами. Первый – это простота оформления заказа. Второй параметр – это доставка. Третий параметр – это установка. Четвертый параметр – это обучение покупателей. И следующий параметр – консультирование покупателей. И последний – это обслуживание и ремонт. Что такое ценообразование в рамках товара микса? В этом слайде мы отметили, что такое ценообразование и назначение цена. Назначение цена определили в следующем слайде. И мы разделили ценообразование на следующем видами. Первый – это ценообразование в рамках товарной линии. Второй параметр – это назначение цен на дополнительных товаров. И третий – цена на вспомогательные товары. И четвертый вид – это назначение цены из двух составляющих. Что означает это? Это означает, компания сферы услуг нередко составляет цену, включая два части – фиксированные и переменные. А следующий вид параметра – это назначение цены на побочные продукции производства. И последний параметр – это установление пакетной цены. Это означает частный пакетный ценообразование. И в этом слайде мы определим товарный ассортимент и какие ассортименты, ассортиментная политика и управление ассортиментом. В этом слайде мы определим товарный ассортимент и товарная группа, товарная категория и товарная линия. Ассортимент разделен на два часа. Первый – это ассортимент товара и ассортимент услуг. Ассортимент товара разделен на следующем видами, и услуга тоже так. Ассортиментная политика. Что такое ассортиментная политика? Ассортиментная политика – совокупность решений предприятий по отдельной товарной единице, товарной группе и по всему ассортименту в целом. Конкретным целям ассортиментной политики составляют следующие критерии. Ассортимент, второй – организация ассортимента, третий параметр – это координация, четвертый параметр – контроль. Все. И мы рекомендуем для самостоятельной работы следующими литературы. Спасибо за внимание.